Друзья, всем привет, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Катя, если вы здесь впервые, пожалуйста, не забудьте подписаться, оцените это видео непременно и бейте в колокол, я не устаю это повторять, чтобы не пропускать мои загрузки, я стараюсь вас радовать часто, вас себя. И давайте начинать. Сегодня я решила снять для вас ASOS, последние заказики, кое-что я уже заказывала какое-то время назад, я вам все это говорю, рекомендую вам бренды, я с ASOS уже давно заказываю. Я знаю, что сейчас пока в Россию они не доставляют, но я думаю, что ситуация со временем, может быть, поменяется, надеюсь. Вот, и мы снова сможем с вами обсуждать новые покупочки, вот, и радоваться новым приобретениям, потому что это все, конечно же, важно в любом случае. Так, какую-то ерунду несу. Короче, друзья, смотрите, корейский бренд очень-очень крутой. Называется он The White Pepper, белый перец. Так вот пишется. И посмотрите, какой невероятный свитер. Свитер вот с такими вот зайцами. Он очень такой теплый. Очень, из такой очень плотной ткани, мне кажется, здесь есть шерсть, сейчас мы с вами проверим, посмотрим. Классный, согласитесь, да, у него вот этот принт как бы на протяжении всего свитера, и внизу как будто бы они в каком-то, у какого-то огорода кушают морковки. Так, давайте глянем. На самом деле это 100% акрил, друзья, вы не поверите, но по ощущениям, как какой-то дорогой материал типа шерсти, знаете, вот. Вот такая вот прелесть, вы сами знаете, не могу пройти мимо всяких мимимишных вещей, корейцы это делают превосходно, поэтому и качество у них очень хорошее, на самом деле, всегда, поэтому я, когда корейские вещи вижу где-то, а это бывает нечасто, если цена устраивает, конечно же, я стараюсь приобретать, потому что они на самом деле служат очень и очень долго. Вот, так что это свитер номер один, конечно, это уже на холодное время года, потому что он очень, мне кажется, теплый. Дальше. От этого прикольного бренда у меня уже есть кое-что, называется он Rip and Dip, я знаю, что он в России, кстати говоря, тоже популярен, вот, это такой вот знаменитый кот, который показывает как бы факи, да, и это вот такая вот, смотрите, какая прелесть, это вот такая вот защитной расцветки, ну, топ, просто топ с длинными рукавами, и если вы присмотритесь, в принципе, это сделать очень несложно, вы можете увидеть вот этого кота наглого совершенно, да, который вот здесь вот витает, и кое-где он, мне кажется, все-таки факты показывает, если честно, так вот сразу не определишь, но надо быть аккуратным с ним, потому что он такой наглый, бесцеремонный и немножко грубоватый, да, в этом плане, поэтому где-то, мне кажется, я вот разглядывала, и где-то он все-таки палец-то держит, потому что я еще подумала, не везде, не всюду можно надеть эту кофту, да, потому что, возможно, кого-то это оскорбит, правильно? Может, мне показалось, сейчас вот я уже даже не знаю, показывает он или не показывает. Вот сейчас я уже даже не вижу, друзья. Может, и не показывает даже. Замаскировался хорошенечко. Это у нас, кстати говоря, этот бренд, он дорогой, он сделан в Америке. Это тоже как бы имеет значение, да, когда о цене мы говорим. 100% хлопок. Вот, так что очень прикольный топ. Очень прикольный, мне нравится. Мне очень нравится такого защитного цвета всякие вещи. Так, Rip and Dip. Дальше. Эту кофту я покупала уже какое-то время назад, но забывала вам все показать. Это Monkey, вот, Monkey любименький, вот с такими двумя мышками, милующимися, целующимися. И самое прикольное, что сзади, вот смотрите, написано kindness is cool, то есть доброта это клево. Ну, это ли не истина, это ли не правда, да? Обычно Monkey, кстати говоря, любят делать из органического хлопка, я вот не знаю, это... Этот из органических, да, ну, 60% органических хлопок и 60%
А, написано 60% органический хлопок, а остальное не написано из чего, наверное, просто хлопок остальное. Вот, вот такая вот, она не белая, она немножко такого в крем уходит, то есть off-white, да, что называется, и внутри никакого флиса, вот такая вот дышащая, хорошенькая, идеально на любую погоду практически, очень мне нравится. Будем надеяться, что она не полиняет, как многие вещи Monki, да, я Monki люблю, но... Ой, после того, как у меня те две вещи полиняли, я, конечно, всегда с опаской к ним отношусь. Так, дальше. Прикольнейшее совершенно платье. Я уже платье давно не покупала. Это от ASOS. И это, вот смотрите, какое красивое, друзья, вот такой вот отлив у этого материала. И оно мне напоминает какую-нибудь, почему-то какую-то китайскую тему, если честно, да, вот что-то в этом есть, у них очень похожие есть мотивы с длинными рукавами, то есть это вот такое вот платье, все в цветах. И оно, ну, длина у него средняя, я бы сказала, средняя длина, оно полностью на замке, представляете, то есть полностью перед открывается на замочке. И вот такая вот красота, вы видите, как переливается вот этот материал, да? Очень красиво, мне вообще понравилось, так оно очень красивое платье. Это, я уже сказала, ASOS, ну, я думаю, что там материал, наверное, полиэстер. В общем, мне кажется, даже по какому-нибудь поводу оно какое-то такое так выглядит нарядно. 54 полиэстер, 46 вискоза и прослойка полиэстер 100%. Так что вот, вот такое вот оно как бы летящее, можно сказать. Симпатичное, правда? Необычно, я таких платьев как бы редко где могу видеть, и на какую-нибудь китайскую вечеринку, почему бы и нет, но не обязательно китайская, но все-таки китайское напоминает это платье, я его называю китайское платье. Так, дальше, еще одно платье на вечеринку, я очень люблю у них, вот ASOS, они классно делают с пайетками платья, и у них очень много всяких разных, я уже вам показывала до этого какие-то, и вот это я сейчас я его вывернула, чтобы оно не, ну, не зацепилось, да, ни за что, сейчас я вам покажу, оно такого серого цвета, и оно в стиле как бы кимоно, это что ли называется, да, немножко такое кимоно. Короче, смотрите, какая красота невероятная, да? Ой, я серый цвет, это мой любимый цвет, я его просто обожаю. И вот смотрите, друзья, рукава кимоно получается. Вот, видите? И очень качественно все сшито, никаких проблем. Оно довольно, ну, оно не совсем короткое, но оно как бы и не длинное. То есть оно что-то между миди и мини. Плюс сзади спина открытая получается. То есть как бы это надо что-то придумывать с лифом. Либо как бы я его без лифа, я без лифа не ношу, ничего у меня как бы... Не могу себе этого позволить, да? А тот, кто может без лифа, можно без лифа лучше всего. А для меня, мне, наверное, придется... А вот, кстати, здесь есть дополнительные вот эти пайеточки, да, очень хорошо. И даже какой-то... А, вот эта пуговичка вот здесь вот сверху. Вот, поэтому лиф надо как-то вот что-то придумывать с ним. То есть, либо как бы прятать его под низ как-то. В общем, я не знаю, я еще пока не решила, но само по себе... Платье, конечно, очень красивое, очень красивое. Я вам советую присмотритесь к их платьям с пайетками. У них бывают очень красивые всякие разные цвета. Я просто обожаю серый, поэтому он такой какой-то благородный. Я вот всегда почему-то на серый больше всего обращаю внимание, да? А вообще, я вам уже показывала много раз, что я покупала не первый раз уже платье с пайетками на Ace. Так, дальше. Короче, друзья, этот худи я покупала уже давно, решила вам показать, потому что он мне настолько нравится, это тоже от ASOS. И вот смотрите, вот такой вот, и написано Багамас. Мы были на Багамах, советуем вам посетить обязательно, это худи. Вот такой вот темно-серый цвет, мне кажется, это 100% хлопок, очень приятный такой, и мне нравится, как и красочный такой, да, красивый, и пальмочка нарисована. Он без флиса. Короче, на Багамы, друзья, вам советую обязательно съездить, да, это 100% хлопок. Там сервис, друзья, знаете что, сервис там на высоте просто, они в англоговорящих странах, как правило, сервис лучше почему-то, чем в испаноговорящих, к сожалению, но, тем не менее, вот, например, на Багамах мы
совершенно останавливаюсь в недорогом отеле, потому что 5 звезд у них очень дорого стоят. Мы остановились, там что-то 3 звезды, что ли, было. Но он был, как будто он был 5 звезд, на самом деле, потому что еда там была просто обалденная, развлечения были идеальные, просто там как бы... Итальянцы владеют этим отелем, и каждый день было что-то новое, какие-то вечеринки там и так далее, да, там цирковые выступления были, чуть ли не как цирк дю Солей. Короче, очень-очень круто, короче, Багамы нам запомнились, и мы с удовольствием туда еще раз поехали, вот. Ну, пляжи, конечно, великолепные совершенно, мы там ездили на экскурсии, акул ездили смотреть в открытом океане, поэтому это, конечно, вообще незабываемое впечатление. Вот, так что вот, это в честь Багам, Багамас, да, вот, такая вот, такой вот худи. Дальше, кофточка от бренда Cad London, вот такая вот, и она омбре, то есть, видите, я очень люблю тоже омбре, когда один цвет переходит в другой, это вот такой свитерок, на самом деле, друзья, расцветка мне нравится, но... Я вам хочу сказать, что этот бренд мне совершенно разонравился, мне не нравится совсем, у них какое-то качество вообще стрёмное, это 100% акрил, и по ощущениям она как-то синтетическая какая-то, что ли, не знаю, не очень приятная на, по ощущениям именно сам материал, понимаете, поэтому я бы не стала больше от этого бренда ничего покупать, но как бы симпатична кофточка, я посмотрю, как она будет носиться, конечно, потому что что-то я подозреваю, что она может носиться не очень хорошо и быстро начать скатываться, короче, дам вам знать, вот такая вот, но выглядит хорошо, как бы Cad London, такой вот свитерок. И последний, но не последнюю очередь, обожаемый и любимый мной New Love Club. И это вот такая вот футболочка, черная, казалось бы, да, а на обратной стороне вот такая вот банда с котами, ой, всякие разные, довольные, недовольные, вот они, зацените, ой, вот так вот, чтобы вам всех их было видно. Я на самом деле уже, это не первая футболка, которая с такими котами покупаю, у них были в белом варианте, и всякие еще с цветами, они цветы держали. Короче, обожаю New Love Club, у них очень крутые всякие принты, это 100% хлопок. И у них есть отдельно женская одежда, отдельно мужская, но на самом деле это все унисекс, поэтому смотрите и там, и у них со всякими, всякими прикольными животными, короче говоря, футболки, в основном футболки у них. Вот, так что зацените. Когда речь идет о котах, я, конечно, не могу пройти мимо, особенно когда такой эксклюзив, это просто, я когда даже смотрю на меня даже настроение, понимаете, я уверена, что если я, когда я надеваю, например, надену конкретно эту футболку и пойду куда-нибудь, я уверена, что все, кто будут идти за мной, тоже начнут улыбаться, и настроение у них улучшится. Вот, так что, друзья, подписывайтесь, я сейсы заказываю, еще будут видео, заказываю в последнее время меньше, реже, но, тем не менее, как бы я сейсы уже давно, их покупатель, так сказать, лояльный, поэтому оставайтесь в нашей замечательной компании, вот. А вы пока пишите, что вы думаете, может быть, вы что-то у вас есть из, от этих брендов, и т.д., и т.п. Мне будет интересно почитать. Увидимся, надеюсь, в ближайшем будущем. Всего хорошего! Пока-пока!